Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать про свою недавнюю покупку, вытяжку фирмы Manfield. Как вы видите, это модель Crosby Single 60, встраиваемая полностью в шкаф. Как вы видите, вытяжка встраивается практически полностью. Под шкафом видно около 5-10 миллиметров, наверное. Ну, то есть не больше сантиметра. Издалека совершенно незаметно, что там встроена вытяжка, и это отлично подходит к интерьеру. Данная вытяжка имеет три скорости и свет. Свет, как вы видите, здесь две лампочки, он достаточно яркий и полностью освещает варочную панель, что очень удобно, когда нет дополнительного освещения. Что касается скоростей, здесь три скорости. Я специально вскипятила воду, чтобы можно было наглядно показать, насколько хорошо вытяжка втягивает. На первой скорости смотрим, звук совершенно слабый, но, как вы видите, пар уже идет прямо в вытяжку. Но первая скорость на самом деле достаточно слабая, я бы не рекомендовала ей пользоваться, ее вот не сильно хватает даже для того, чтобы просто сварить что-то. Если воспользоваться второй скоростью, то, как мы видим, уже шумит вытяжка гораздо сильнее, но и втягивает она гораздо лучше. На мой взгляд, самая оптимальная скорость – это третья. Шумит она достаточно сильно, но тогда пар втягивается идеально, как вы видите, прямо в вытяжку, ничего не остается. Даже если вода сильно кипит, все уходит. Вот, поэтому я лично пользуюсь вытяжкой на третьей скорости. И мне кажется, что это самое подходящее. Вытяжки, как вы видите, здесь встроенный фильтр для жира. Он съемный. Легко вставляется назад. Этот фильтр снимается и легко моется. Также к этой вытяжке можно приобрести угольный фильтр, но у меня он не угольный, у меня труба встроена. И тогда она еще будет втягивать запахи. Но так как я особо не готовлю, то мне это особо не нужно. Покупалась вытяжка в официальном магазине на их сайте. В официальном магазине за 7469 рублей. Вот, вытяжкой я в целом довольна, за такую цену я считаю, что она отлично справляется со своей работой и рекомендую всем к данной покупке.